группа советских военных специалистов на Кубе объединение ВСССР, дислоцированное на территории Республики Куба в повышенной степени боевой готовности, штаб-квартира ГСВСК, район Кали, Г. Гавана, для выполнения секретной операции по размещению баллистических ракет средней дальности на Кубе под кодовым названием «Анадой» была создана группа советских войск на Кубе. После окончания Карибского кризиса переименованная в группу советских военных специалистов на Кубе. 29 мая 1963 года было подписано соглашение между СССР и Республикой Куба об оставлении на острове символического контингента советских войск мотострелковой бригады, прибывшей на Кубу отдельный ракетный дивизион в составе 400-го отдельного мотострелкового полка по меморандуму командующего ГСВК от 8 сентября 1962 года. Переименован в 43-й отдельный мотострелковый полк, на базе которого уже 12 сентября 1962 года была создана 7-я отдельная мотострелковая бригада как основа группы советских военных специалистов на Кубе. Все военнослужащие или, как было принято, военные специалисты подчинялись старшему группы, который являлся одновременно старшим военным специалистом при Министерстве революционных сил и главным военным советником Республики Куба. Присутствие на острове советских военных не афишировалось. А смена личного состава производилась в строго конфиденциальном порядке вплоть до официального признания наличия военных на Кубе осенью 1979. После Карибского кризиса ЦРУ проинформировала Конгресс США о наличии советских военных на Кубе, но определить статус их присутствия на острове было проблематично. Само существование ГСВСК имело больше символическое и политическое значение, чем военное, но вместе с тем это присутствие подрывало авторитет США. Для самих же кубинцев присутствие на острове Свободы советских солдат выражало дружбу и солидарность советского и кубинского народов перед лицом возможной агрессии. В сентябре 1979 года в ходе VI-конференции глав правительств и государств движения неприсоединения в Гаване США в очередной раз негативно высказались в отношении советской мотострелковой бригады, находящейся на Кубе. Тогда же советское руководство во главе с Л.И. Брежневым, не посоветовавшись с кубинским руководством, официально назвало эту боевую бригаду учебным центром по подготовке кубинских военных специалистов. Такое решение имело на Кубе серьезный политический резонанс. Воротников В.И. в 1979 году чрезвычайный и полномочный посол СССР в Республике Куба пишет в своих воспоминаниях: «В сентябре 1979 года бригада была официально представлена мировой общественности как 12-й учебный центр. В октябре 1991 года российское руководство приняло решение о выводе бригады численностью 1500 человек. Это решение было незаконным, так как на тот момент еще существовал Советский Союз, и соответствующее решение должен был принимать им Горбачев как верховный главнокомандующий ВСССР. Однако после августовского путча союзная власть была фактически парализована. В ноябре 1991 года начался первый этап вывода советских войск с Кубы. Первая группа советских военнослужащих и их семей отбыла на родину из Гаваны на борту судна «Иван Франко». Состав: 7-я отдельная мотострелковая бригада, 12-й учебный центр, место дислокации Нарока, в 18 километрах от Гаваны с 1963 года до 1978 года. 4-й отдельный мотострелковый батальон, 20-й отдельный мотострелковый батальон, 5-й отдельный танковый батальон, батальон боевого обеспечения, отдельный реактивный дивизион, ракетный дивизион, впоследствии отдельная зенитная батарея управления бригадой, с 1978 года до 1993 года. 4-й отдельный мотострелковый батальон в ЧПП 75380, 20-й отдельный мотострелковый батальон в ЧПП 89563, разведывательная рота управления бригады, инженерно-саперная рота управления бригады, рота связи управления бригады, рота материального обеспечения управления бригады, медицинская рота управления бригады, взвод ПВО управления бригады, взвод химической защиты управления бригады, комендантский взвод управления бригады, отдельная зенитная батарея управления бригады. В конце 1981 года был сформирован 42-й отдельный артиллерийский дивизион в ЧПП 49542, узлы связи «Пальма» в ЧПП 54239.
34, РЦЛУРДЮСАСНАС, 6 отдел ГРУ, Платан, в ЧПП 90588 Ф, ЦМРУ ВМФ, Восток, в ЧПП 54234 Ф, ЦМРУ ВМФ, Орбита, РРКГБ СССР, Чайка, ГШМО, Сосна, ГШМО, Барка, ГШМО, Каньон, ВМФ, Финиш, ГШМО, Ангел, ГШМО, Прибой, ВМФ, Астра, СВР, главные военные советники, генерал-майор Адементьев, генерал-лейтенант Ишкадов, генерал-лейтенант Ибиченко, генерал-лейтенант Д. Крутских, генерал-лейтенант Вербицкий, генерал-лейтенант С. Кривоплиса, В. генерал-полковник Векончиц, генерал-полковник Азайцев, генерал-полковник Г. Бессмертных, командира 7-й Омсбор, генерал-майор Токмачев, полковник Ликауркин, полковник Весерых, полковник Дегтярь, полковник Ивахненко, полковник Шевченко, полковник Б. Н. Гавриков, полковник А. В. Лопатов, полковник В. Ахадневич, исполняющий обязанности, полковник В. Высоков, полковник А. Затанайко, полковник Меркурьев, полковник Н. Петрук, полковник В. Н. Бибиков, полигоны Алькисар, проводились учебные стрельбы мотострелками и танкистами, Мариэль, проводились учебные стрельбы зенитчиками и минометчиками, Канделярия, проводились в основном тактические учения. Память. Ветераны группы советских военных специалистов на Кубе называют себя кубашами. 12 сентября 2013 года на территории мемориального комплекса 412-й береговой батареи в поселке Черноморском Коминтерновского района Одесской области был открыт памятный обелиск воинам-интернационалистам, защищавшим Кубу.